А покажи свой фирменный. А, тот самый? Да, давай. Так вот чуть туда встань. Чуть туда встань. Да, вот так. Вот так вот, да. Не, я посмотрю, нужно в руки так поставить. Еще ножи кое есть, не А, не, вообще тихо. Жесть. Что? Ты слышишь? Шумит как? Нет. Мам, я сейчас буду так зла, что ты удивишься. Я не хочу, чтобы ты удивилась. Ау! Ай-яй, так хочу тебя поцеловать, но ты не готова. Ай-яй, вижу это по твоим глазам. Использовал. У меня машину купили. Мам, заходи. Это моя. Моя. Хочу со всеми поделиться радостью. Мне машину купили. Поделись. Сегодня мне Амина купила машину. Вот такую. Да, мой? Да. Иди поцелуй. Иди, моя хорошая. Да. Так что я хочу порадоваться с вами радостью. Вот у меня вот такая дочь, которой я безгранично благодарна. Вот у меня теперь есть вот такая вот машина. Сегодня моя хорошая. Мы рады, что ты счастлива. Я очень-очень счастлива. Да. Моя хорошая. Свои 17 лет мне мой ребенок подарил автомобиль. Это великое счастье для любой матери. Я всем вам желаю, чтобы у вас было столько же счастья, столько у меня сегодня. Ролик начинается. Мам, знаешь, кто съел мои конфеты? Какая, извини меня, падла съела. Какие конфеты? Мам, у меня тут лежали Мерси Портуе. Рамис? Он смотрит на стриме. Рамис? Он на стриме смотрит, как я говорю на стриме, типа, то, что вот туда пришел, сожрал все мои конфеты. Он смотрит на то, как я это говорю, и говорит, это я сожрал! Это собака. Мам, подождите, можно душу вылью? Мам, я оставила себя на столе шоколадки Мерси. А потом полностью они были забиты, только две я съела. Я прихожу домой, и там фантики валяются. Это нормально? Это я был. Сука, тварь! Я, блядь, к этим конфетам мне на стримфесте подарили! Пацаны, я в клюзе, это я все съел. Тварь! Все, что там версивали, это я сожрал, она не знает. Парень, только не говорите. Я вообще, мне, ну, всю жизнь... Сука, блядь, тварь! Жизнь, да, все время казалось... Он съел самый вкусный, он мне оставил, знаете, две штуки всратые такие, знаете, с говном, как и с коньяком. Кажется до сих пор, что... Смотрите, я шародувка. А, не, вообще тихо. Жесть. Что? Боже мой! Мне нужен аккомпанемент. Аккомпанемент? Будь так добры. Мам, я сейчас буду так зла, что ты удивишься. Я не хочу, чтобы ты удивилась. Ау!